Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас хотел... Давай, можно натирать. Хотел бы показать вам один из способов, самых простых, который можно заквасить капусту. А какая-то пропорция на глаз? 1,5 килограмма капусты на 0,5 кило морковки. Ну, в принципе, морковки 0,5 на 1,5, это 1/3, это очень много. Будет очень сладкая у вас капуста. Ну, в принципе, на любителя. И соли. Сколько соли там идет? Соль 2 столовые ложки. Сахар 1 столовая ложка. Горкой. А что, мы сахар будем давать? Да. Да? Обязательно. Все, значит, сейчас мы натираем наших... Ну, у нас будет, наверное, больше, чем 1,5 килограмма капусты. Сейчас мы ее натрем и продолжим. Так, мы уже нарезали капусту. Засаливать будем в какой посуде? Ну, в эмалированной желательно, да, наверное? Но мы будем в пластмассовой. Сейчас дорезаем морковку и будем все это смешивать. Подожди, не спеши. Так, все, мы насыпали нарезанной морковки. Теперь добавляем соли. А ну еще расскажи мне про порцию. 1,5 килограмма капусты, 0,5 кило морковки, 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Теперь все вспомнишь. А и перец, как он? Горошком. Да, горошек. Все, теперь все это перемешиваем. И, как скажем, прожмакиваем. Вот так вот, я думаю, достаточно. Да. Это можно больше. Все это перемешиваем и максимально сильно. Сначала перемешиваем, а да, потом да. Чтобы пустила капуста. Да, разминаем. Чтобы капуста пустила у нас. Давай так вот сделаем. Так, пересыпаем наше ведро. Сейчас сверху накроем гнетом. Что, лизу? Угу. Да нет. Встанет, встанет. Как раз оно на этом самом. Все, теперь накрываем и ждем. 3 дня будет у нас играть капуста. И когда она получится, будем ее в холодильник поставим. Ее можно будет кушать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.